Я советую всем пересмотреть старый фильм «Бункер» называется. Их два фильма. Посмотрите немецкий вариант 2004 года. Фильм идет 2 часа 31 минуту. Можете сразу включить 2 часа 7 минут. Там фюрер раскусывает ампулу и сразу стреляет себе в голову. Это единственное его правильное решение за всю его жизнь. Надеюсь, история повторится. Как-то можете прокомментировать вчерашний суд у Сергея Фургала? Ну, вчерашний суд, там прения были, выступали и Полей, но немножко, как бы, я информацию только в Ютубе, там совсем прямо по несколько минуток выступал и Полей, выступал и Кадыров, и их адвокаты выступали, немножко Сергей Иванович, и вот Кожемякин выступил адвокат. Ну, в общем-то, что можно сказать? Люди говорят все, что есть, то и говорят. Как дело было, как что, безо всяких, по-моему, там, или может быть, или мы предполагаем, или... Ну, то есть, говорят факты подтвержденные. Хочется, конечно, к присяжным обратиться, но, как сказать, признать то решение, которое лежит на поверхности, вот, да, слушая вот это все, в общем-то, видно, да, какое решение должно быть принято. Но в наше время, чтобы вот такое решение принять, надо, конечно, быть мужественным человеком. Потому что система наша умеет портить жизнь. А новости все одно и то же. Сериал у нас в Санта-Барбара. В 11-й раз посадили Навального. И все одно и то же у них. Не так быстро он представился. А если кто смотрит съемки, как их заставляют, там бабочкой закручивают руки, он должен там выворачиваться и очень быстро тараторить. Там люди не успевают просто. Но Навального специально прессуют. Адвокат через сеточку, решеточку. Там, а свидания ему не дают. Ну, то есть пытаются психологическое давление оказывать. Навальный хорошо сказал. Главное, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Когда он знает, что это есть поддержка, можно все пройти.